Смоленщина – одна из первых областей России, которая приняла на себя удар фашистского врага. Соловьёва переправа, бой за Вязьму, Ельню, танковый бой у села Богданово. Это были не просто расстрелы, это было чистое издевательство над людьми. Людей вешали, натравливали на них собак, душегубков убивали, резали, уничтожали. Наша святая обязанность – беречь память о войне и победе и передать ее нашим детям, внукам и правнукам. Свой вклад сегодня внесли поэты и чтецы Десногорска. Поэтические композиции, бардовские песни, стихи о войне затронули струны души как исполнителей, так и собравшихся. Среди участников вечера были энтузиасты и хранители памяти тех событий. Театр «Гном», Михаил Юрков, Игорь Журавлев и другие на своем примере показали необходимость помнить и чтить героев. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это. Лишь бы не забыть. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.